заявили о себе на всю страну. Организация «Первоуральск. Город чемпионов» приняла участие в национальном молодежном проекте «Моя альтернатива». Общественникам удалось пройти уже во второй этап конкурса. Его цель – мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни благодаря занятиям в различных секциях. Активисты первоуральской организации отправили на проект два видео. Первый ролик показывает молодых и перспективных жителей города, которые занимаются спортом. Вторая работа «It's your life» посвящена смешанным единоборствам, философии и формированию характера настоящего бойца. Что даст организации? Ну, известность для начала. Да. Во-вторых, если мы полетим на третий этап конкурса, там будет жюри из выдающихся спортсменов, хотелось бы нашей организации уже заявить о себе. И заявить не просто так на городском, областном уровне, а уже на федеральном.